Сегодня Kitty Dance Studio отмечает свой день рождения. Все эти 3 года наша программа наблюдала за успехами коллектива. И мы, конечно же, не могли не поздравить с таким событием Kitty. С днем рождения! Сегодня я взяла на себя такую ответственность. Я и директор, и я и ведущая, и я танцор. Я танцую сегодня 3 танца, для меня это катастрофа. И плюс я выпустила своих детей на сцену. Но зато я выдохну в конце и получу огромное удовольствие, потому что все это закончится, и на душе будет полное счастье такое. Сегодня ты вместе с подругами какой танец исполняешь? Балеринки. Небесные феи. Я вижу, вы в голубом, настоящие небесные феи. Сегодня это первое у вас выступление? Вот такое на сцене, профессиональное, в театре Горько? Да. Но вы переживаете? Да. Роберта, что это был за танец? Это был за танец гномиков. Танец гномиков? Ты маленький гномик? Да? Да. Кем ты хочешь вырасти? Кем ты будешь? Робертой. Регулярные занятия в Dance Studio Kitty – необходимое условие для того, чтобы чувствовать себя в хорошей физической форме. Как признались нам ученики Kitty, танцы еще и положительно влияют на их отношение к жизни. Я очень давно хотела заниматься, и это мечта моя. И почему в Kitty? Потому что это близко возле моего дома, это удобно, это всегда весело, это хорошие преподаватели. Они у меня просто умницы, я ими очень горжусь. Мы ходим в театр, мы ходим, смотрим спектакли, мы, чтобы они знали театральную жизнь, ходили за кулисами в оперный театр. Вот мы. И скоро пойдем на Лебединое озеро в кино. Девчонки, сегодня вы танцуете джаз-фанк. Что это за направление? У нас 2 стиля. Это контемп и джаз-фанк. Джаз-фанк более такой дерзкий, а вот контемп – это такой мягкий танец. У нас довольно-таки военный стиль. Мы будем сегодня представлять таких военных девушек, поэтому у нас, я думаю, такой символизирующий костюм. Сегодня что ты танцуешь для нас? Хип-хоп. По твоему прикиду я вижу, что хип-хоп – это такие кеды, клетчатые рубашки. Да, я еще танцую джаз-фанк. Многие сегодня танцуют джаз-фанк. А почему именно это направление так популярно у молодежи, как ты думаешь? Это как хип-хоп, только это более женственный, манерный танец. Джаз-фанк – это очень-очень крутой танец. Очень энергичный, манерный, сексуальный. Хорошая физическая форма учеников Dance Studio Kitty обеспечивает выносливость, танцоры чувствуют себя привлекательными и полными энергии. И мы уверены, такие люди без страха будут готовы встретиться с любыми жизненными испытаниями. Как вы собрались в Kitty? У некоторых людей сегодня дебют, а кто-то уже где-то выступал, когда-то танцевал. Кто-то есть опыт, у кого-то нет. Ну, в принципе, это не важно. Мы собрались здесь для того, чтобы опять танцевать вместе и покорять вершины. Непривычно видеть своих педагогов, которые твои наставники, в настолько откровенном белье или одежде. Но мы рискнули, чтобы показать, насколько мы можем экспериментировать. И не стесняясь этого, почему бы и нет? Это творчество. Этим сюжетом программа «Тип-топ» поздравляет Dance Studio Kitty с днем рождения, творческих успехов и покорения новых танцевальных вершин. Очень благодарна своим ученикам, педагогам.
теперь самое страшное. Следующий концерт придется делать на уровень выше. Ну ничего, мы с этим справимся. И самое главное, любите Кич, ходите в Кич. А мы уже сделаем все самое лучшее для вас.